Ребят, всем привет. Я приехал к Александру. Это он, вот Александр. Александр работает лесничим. Валеш. Все думают, что валеш — это дерево, которое вот, не знаю, короче, как сказать, там. Это спилено, это не валеш. Это не спилено. Вот сзади нас вот такие завалы. Это тоже не валеш. Это не. А что такое валеш? Вот проблема вся формулировки этого закона и формулировки, ну, как понятие валежник, что такое. Определение, вернее. Вот что там, это ветровал. Ага. Дерево, которое упало вследствие естественных процессов вместе с корневой системой. Оно поддается материально денежной оценке, его можно посчитать как дрова, еще пока свежее, оно еще как деловая идет. А-а-а. Это не является ни валежом, ни дровами. Так. Сухостой, который стоит, это тоже не валеж. Это тоже дрова. Это его, он тоже поддается материально денежной оценке и, соответственно, тоже за него могут дать штраф. А валеж — это дерево, которое, Кать, упало вследствие естественных процессов и не поддается материально денежной оценке и потеряла свои товарные качества и физические свойства. То есть, грубо говоря, подошел к дереву, даже если вот ветровал старый, ты его пнул, оно развалилось, значит, точно валешь. Если прям дословно, либо валешь бывает, ветровал ломается, то есть обломыш стоит, а его там большая часть лежит. Это, в принципе, тоже валеж. Если уже вообще разлом. Но опять же, по сбору валежника, если кто-то... Вот, это опять к дровам относится, да? Кто-то хочет... Надо на баню, грубо говоря, там, две телеги, чтобы на Новый год приехать на праздники себе баньку стопить. Опять же, нужно прийти в лесничество и спросить, а где можно валеж взять? Или сухостой там? Не откажут. Главное доехать, да. Проехали. Из моей практики, как каждый, вот первый раз куда-нибудь приезжаешь, нифига не получается. Либо там санитарный день, либо что-то. Вот. Так, ладно. Не, нужно по-другому делать. Нужно звонить в районное лесничество, сказать свою деревню, вам скажут, какое лесничество участковое относится к этой деревне. Да? Ну, то есть, границ какого лесничества деревня находится. Вот. И попросить номер лесничества, который именно в этом участковом лесничестве работает. Созвониться с ним и приехать к нему, когда он сможет. Потому что он уже может быть на осмотре делянок или где-то в лесу. Все. Ну, короче, ребят, да, сейчас на самом деле возможность у всех найти номер телефона лесничего не такая уж и проблема. Там позвонить в одно место, в другое, вам в итоге найдете. Вот.